Всем доброе утро. Вы на канале Татьяны Егоровой «Птичий дворик». Я уже делала объявление по поводу продажи мускусных уток, и вот решила его еще раз обновить. Мы продаем 7 мускусных уток. В августе им будет год. Они сидят у нас, ну вот, за тем сараем, вольер, не буду уже туда бегать. Там 3 уточки и селезень. Селезни не родственники. И здесь вот 6 уточек и селезень. Им будет в сентябре год. Они вот уже неслись этот сезон. Здесь из этих, значит, уточек мы можем отдельно продать там 2-3 штучки, если надо, только уточек. Вот такое вот мы приняли решение. Не можем мы держать больше мускусных уток, убирать их жалко. Вот. В зиму оставлять не хочется. Бежит, 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 красотка. Бежит. Красотка. Любопытные. Жалко. Сама вырастила. Ну, куда деваться? Вот так вот. И еще у нас на продажу 3 индюшки и индюк. Это северокавказское серебро. Тоже вот решили продать, так как немного не справляемся. Сначала разводишь, потом понимаешь, что надо бы немножко уже сократить. Вот, эти индюшки тоже неслись первый сезон. Красотки. Под видео я оставлю телефон, номер телефона. Живем мы в городе Сергиев Посад. Кому интересно, обращайтесь. И, скорее всего, самовывоз, если только близко где-то по району, я могу довезти. Где-то вот окраина, допустим, Сергиев Посада, ну, ближайшая там Владимирская область. Естественно, доставка платная. В Москву и за Москву у нас уже, конечно, возможности нет доставить. Все, товарищи, всем удачи. И вот такая есть индюшечка, она майская, тоже серебро. Вот так получилось, что она у нас одна. Думали, мальчик. Мальчиков у нас забрали. А вот это вот одна девочка. Ну, кому надо, можем продать. Если у кого-то есть похожий возраст, примерно одинакового возраста, чтобы ее не заклевали. Да, красотка? Иди сюда, иди сюда.